Ребят, улица Балтийская, Москва, цветы. Я имел в виду цветы натуральные, не девушку проходящую, хотя она тоже цветочек, наверное. Вот, что происходит, что деется. Ребят, вот купил новый указатель топлива, поставил, неделю ездил, все хорошо. Радости пришел конец. Видите, стрелочку. Она немедленно поднимается теперь. Опять точно так же быстро, как в моем старом указателе топлива. То есть она оказалась бракованной. То ли лежала на складе, жидкость пришла в негодность, то ли от вибрации сместилась, удалилась из зоны трения. Я не знаю, но вывод видите какой. Так что это рекламация. Не знаю, попробую обратиться к продавцу с претензией, но я так понимаю, на замену у него ничего нет, а возвращать деньги за прибор, ну не знаю, такое себе, конечно, удовольствие. Вот, буду разбираться со стареньким, пробовать все-таки получить смазку демпферную, каким-то образом приспособиться, залить ее внутрь, вот, куда именно, в зону трения или вообще всю полость, там, где движется магнитик, я пока не знаю, но это, как бы сказать, возможные варианты, да? Будем исследовать, будем смотреть, будем пробовать решить ситуацию. Вот, тем более у меня не горит лампочка подсветки спидометра. Все равно разбирать приборку. Один шурупчик я забыл поставить. Не забыл, точнее не нашел вначале, потом нашел. Так что история продолжается. Спасибо за внимание, всех благ.